Всем привет, друзья, с вами канал Аль Пачино. Недавно у меня затупились ножи, и так как я знаком с сайтом Banggood, я решил их там заказать. И вам будет что показать, и мне в дома пригодятся. И вот ко мне пришла недавно посылочка, давайте смотреть. Смотрите, вот первые, керамические. А вот вторые. А приблуду где забыл? Какую? Магнитную. Решил меня убить, что ли? Давайте смотреть поближе на эти ножи и на эту очень интересную, непонятную штуковину. Погнали. И начнем мы с таких вот стальных ножей. Давайте распечатаем. Как можем видеть, у нас в наборе идут такие стальные ножи. Это у нас поварской топорик. Это у нас просто поварской нож. Ну, это уже нож помельче. Давайте смотреть на них поближе и в работе. И начнем мы с первого набора. Ножи Бак. Это, пожалуй, одна из самых старых компаний, которая успешно занимается своим делом и по сей день. Изначально деятельность Бак ориентировалась на создание сельскохозяйственных инструментов с лучшим удержанием заточки. Сегодня компания Бак создает действительно широкий ассортимент ножей для охотников, туристов, домохозяек, военных, рабочих, коллекционеров и так далее. Ножи Бак отличаются качеством и уникальным циклом термообработки клинков. Данный процесс позволяет создавать отличные ножи из высококачественной стали. В набор входит кухонный топорик, кухонный нож, небольшой нож с открывашкой и лезвием для очистки рыбы, форма в виде сердечка для жарки яиц и открывашка для банок. Ножи с лезвием из молибден, ванадиева и стали. Криогенная обработка металла, из которого изготовлены лезвия ножей, изменяет микроструктуру металла, что значительно повышает ее качество. Эти ножи почти не затупляются, и вы можете легко резать или чистить продукты без заточки долгое время. Удобная ручка ножей уменьшает нагрузку на пальцы, а кончик каждого ножа заточен под своим особым углом для более эффективной нарезки того или иного продукта. Сами ножи отлично выглядят и будут радовать вас своим видом и качеством долгое время. Топорик отлично сбалансирован, легко затачивается и долго остается острым. Эргономичная ручка очень удобна для работы. Думаю, подобный набор пригодится на любой кухне и будет надежным помощником каждой хозяйки на ее кухне. Кстати, продавец обещает пожизненную гарантию замены ножей, если что-то случится, что не может не радовать. А вторым набором у нас будут вот такие классные керамические ножи. И в собранном виде они выглядят вот так. Подставляются они с такой вот замечательной подставкой. Я считаю, что будет удобно где-то на кухне расположить ее и пользоваться при готовке своих блюд. Давайте посмотрим их в работе. И второй набор у нас — это керамические ножи с подставкой. Продукт, рожденный цивилизацией в 21 веке. Эти современные приборы сделаны на основе диоксида циркония. Материал выделяется своей сверхпрочностью. Его активно используют в стоматологии и производстве ювелирных украшений. Благодаря своим свойствам такие ножи прослужат вам долгие годы, а главное, их не надо точить, на поверхности не образуются царапины, и они выглядят как новые после интенсивного использования. В качестве бонуса в комплекте идет терка для очистки кожуры и подставка, которая не только гармонично впишется в дизайн кухни, но и сохранит порядок на столе. Черный глянцевый цвет подставки прекрасно сочетается с черными рукоятками и черными лезвиями ножей, и, как видите, выглядит очень стильно. Керамика обладает рядом уникальных свойств. Сделаны из абсолютно инертного материала, обладают большой твердостью, не тупятся годами, обладают тонким резом, малый вес ножей, не поддаются коррозии, не окисляются, имеют органичный современный дизайн.
Весь набор включает поварской нож, нож поменьше для нарезки, средний нож для нарезки фруктов или фруктовый слайсер, маленький нож для нарезки фруктов и овощей, и нож для очистки кожуры, или, как написал продавец, шелушильная машина. Нет, вы только вслушайтесь, шелушильная машина, да. Ну и сама подставка под ножи. Кстати, снизу подставки есть небольшие мягкие пупырышки, для того, чтобы она не ездила по столу. Ну и остался у нас магнитный держатель для кухонных ножей. Мы уже привыкли к специальным блокам из натурального дерева с прорезами для хранения ножей. Время от времени полезно протирать их смоченной растительным маслом тряпочкой. Они прослужат дольше, если не вставлять в их прорези мокрые или грязные ножи и не держать блоки под прямыми солнечными лучами. Однако современная медицина считает, что гораздо гигиеничнее для хранения ножей использовать удобные оригинальные магнитные держатели. Это профилированные полоски из магнитного материала, которые крепятся в любом удобном для вас месте. Например, на стене под разделочным столом или на внутренней стороне дверец кухонного шкафчика. Очевидно для всех, что хранить кухонные ножи следует в недопустимом для детей месте. Элегантный и мощный магнит для безопасного крепления ножей, изготовленный из черного пластика с матовой металлической окантовкой, не влияет на качество ножей и не портит их внешний вид. Как по мне, штуковина на кухне пригодится и будет полезной. Ну и как вам ножи? Я думаю, в домашней нарезке пригодятся, правда? Если что, все ссылочки будут в описании под видео. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока!